the torpedo that sunk the Cheonan and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Global leaders express concern over North Korea's latest atomic test. Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. The president appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. 우리 공화국의 통일은 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again. Meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling. The only good communist is a dead communist! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. Hours after the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. The Mexican government has imposed strict immigration quotas, effectively closing its borders to American refugees. Korean's annexation continues to spread despite the U.S. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. Колорадо стоит прекрасная погода. Местами воздух прогреется до 12 градусов. На востоке возможны сильные ветры. Дни становятся короче, и мы напоминаем всем гражданам коммуны Монтроза, что комендантский час отныне начинается с 6 часов вечера. Кто рано ложится, тот рано встает. А теперь музыка, которая поможет вам работать продуктивнее. Это дом Роберта Джейкобса? Кажется, я слышал внутри какие-то звуки. Это трудовая полиция! Открывайте! Откройте дверь, иначе мы сломаем ее! Роберт Джейкобс, отчего же вы не хотите в трудный час послужить своей родине? Мы понимаем, что вы потеряли все, но вы должны найти утешение в патриотизме. Наш великий вождь Ким Чен Ун научит вас использовать ресурсы вашей родины. И наступит всеобщее процветание. Это наш подарок вам. Но вы... Теперь мы вынуждены расследовать, вправду ли вы радеете за Америку. Уведите его! А!
смотреть прямо, не отставать! Подъем! Вставай, живей! Вперед, я сказал! Молчать! Исеки, там же рай! Мега, перегадаться! Анджел, Шикро! Вы арестованы! Руки за голову! Плохи дела. Похоже, мы в полной жопе. Слышь, браток, ты тоже пилот. Они же зачем-то забрали здесь всех нас. Они забрали мою семью. Если не буду сотрудничать, больше их не увижу. Все будет хорошо, Джунэ. Только не смотри. Закрой глаза, дорогая. Мама и папа очень... Вчера передачу по голосу свободы. Говорят, такое творится по всей стране. Везде, где сопротивление поднимает голову, КНА терроризирует мирных жителей. Пушечное мясо для трудовых лагерей. Многих из них я уже никогда не вижу. Держите руки пустыми и все время на виду. Вот осмека. Подготовьте документы для предъявления полиции. Не обращали внимания, как быстро они избавляются от трупов братские могилы. Слушай, куда бы нас ни повезли, мы должны держаться вместе. Один за всех, все за одного. Хватай пушку и иди за мной. Давай, вылезай. Надо же, план Конора сработал, и ты остался жив. Я Риана. Идем. Нужно уходить. После такого фокуса вся КНА сядет нам на хвост. А вот и подкрепление. Стоять. Они заметили нас. Скорее в магазин. Смотри. Они хотят нас перехватить. Надеюсь, ты стоишь тех сил, что мы положили на это. Джейкоб, ты нам нужен! Стреляй, не спи! Двое! Лезут Попай, через забор! Целься в голову, береги патроны! Руки за спину! Назад теперь пути нет! На твоих руках кровь корейцев, ты теперь в сопротивлении!
Они лезут через крышу! Еще двое спереди! Сиди в укрытии и не высовывайся! Собирай все полные рожки! Не оставляй врагу патронов! Впереди бензоколонка. Корейцы используют ее как склад топлива. Я знаю короткий путь через окраину. Нужно успеть до того, как рванет. Противнику автобуса! Перезаряжаю! Прикройте меня пока! Живо в переулок! Мне казалось, что все должно пройти быстрее и спокойнее. Внутрь, внутрь! Транспортный вертолет! Снова эти ублюдки! Не оставляй гранаты валяться! Это был мой! Мне нужны еще патроны. Транспорт! Чтобы тебя пристрелили! Меня! Подбери гранаты! Укрытие! Под огнем! Не высовывайся! Бросай гранату, черт побери! По мне стреляют! Бросай гранату! Бросай еще в них гранату! Слева! Я его сделала, он не шевелит! Смотри, куда стреляешь! Осторожно, осторожнее с насосами! Если рванет, мы их всех прихватим с собой! Их слишком много! Сейчас рванет! Продолжай стрелять! Ни хрена себе! Ну что, все целы? Потом будем зализывать раны. Надо идти, пока не пришло. Что еще? Буна Дакона, пилот с нами. Это просто бензоколонка. Должно их заметить. Мы идем на Ривер-Роуд. Встретимся там. У меня нет времени спорить. Что это было вообще? Бун считает, что мы не должны подвергать опасности местных жителей. Он скорее поставит под удар всю операцию. Успокойся. Он просто заботится о людях. А о нас кто-то позаботится? Не стреляй. Так, не высовывайся, пока он не пройдет. Там их целый отряд. Кажется, они нас не заметили. Оставаться здесь, не двигаться. Что ты делаешь, Фриди? Не высовывайся! Мы потеряли Джейкобса! Здесь не двигаться. Ждем, спокойно.
действовать по моему сигналу. Пошли, пошли! Все чисто. Срезали. Я не ожидал, что за нами пошлют целую армию. А ты чего хотел? Разворошили осиное гнездо. Читал. Твое дело, Джейкобс. Надеюсь, это не лажа. Спокойно, Коннор. Бун знает, что делает. Джейкобс, лезь наверх и прикрой нас, пока мы осматриваем двор. Держись, мы через собор! Еще один вертолет! Низко! Противник! Противнику крыла! Пробирайтесь через обломки! Они у двигателя! Окно на втором этаже! Уходим со двора! Отбегаем слева! Ложись! Пушка разнесет тебя в клочья! Эту хрень мы даже не поцарапаем! Нужна взрывчатка! Мы отвлечем его! Заходи с фланга! Надо как-то подняться выше! Взрывчатка, чтобы завалить БТР! Найди что-нибудь! Охренеть, мать твою! Ты
Роу там, за дворами. Странно, что люди живут так близко к обломкам. Еще страннее, что они до сих пор нам не помогли. Сраные трусы. Не иначе Эми поджарила им яйца. А то при виде падающего с неба самолета все должны хвататься за пушки. Может, они пока не готовы к бою? Корейцы их не волнуют. Они просто пытаются хоть как-то выжить. Кроме того, Бун дал тебе приказ. Буна здесь нет, а мы должны выжить любой ценой. Эй, у нас тут семьи! Нам неприятности не нужны! Успокойтесь! Мы дождемся остальных и сразу уйдем! Я уверен, что за нами нет хвоста. Мы уходим. Расходитесь по домам. Не будем привлекать внимания. Черт, Коннор, я сказал, не лезьте сюда! Еще не хватало устроить бучу прямо в жилом квартале! Нам больше было некуда идти! Повсюду полно корейцев! Мы должны сражаться за этих людей, а не прятаться за их спинами. А кто прячется? А ну прекратите оба! Ты пилот, верно? Я Бун Карлсон, командир ячейки. Американские войска собираются в Сан-Франциско. Им нужно топливо. И ты поможешь нам его достать. Том, сейчас же! Этого еще не хватало. Мы на вашей стороне, мэм! Успокойтесь, мы защитим вас! Защищайте фасад дома! Нужно отвлечь огонь от гражданских! Успокойте младенца! Тут. Мы придем за вами, когда все закончится. По мне стреляют! Пошли! Он ранен, я не знаю, что делать! Останови кровь! Вот так! Нам нужен Гляк. Где он? Хоппер, где Голиаф? Он там. Голиаф там. А наводчик от него лежит у меня в рюкзаке. Он истекает кровью! Летающий стреляет сам. За ракет отвечаешь ты. Просто выбери цель и нажми. Стреляй по машинам! Целься в хаммеры! Он умер. Идем, Хоппер. Идите за Голиафом!